Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус. Это небольшая запись, анонс конкурса. Конкурс на ваших экранах проходит он вот в этой вот группе ВКонтакте. Вступайте и участвуйте. Условия описаны здесь. Ну, немножко, наверное, надо объяснить про подоплеку этого конкурса. Дело в том, что я действительно начинаю свой новый этап в жизни, блин, по-хорошему, да, надо же когда-то начинать взрослеть. Вот, канал будет развиваться, но, скорее всего, не в том направлении, в котором вы привыкли. Наверное, вы заметили, что игр на канале практически нет, и новые ролики появляются очень редко. Ну, в общем, они будут появляться. Смелый новый мир, как я уже говорил, он никуда не девается. Более того, недавно прошел стрим, и еще будут в мае стримы обязательно. Ну, блин, не знаю сколько, говорю, вот сколько успею. Попадутся игры, значит, хорошо. Не попадутся, ну, блин, что ж поделать, значит, будем искать. Вот, ну и в связи с тем, что, ну, как-то надо менять уже оформление канала. Надо все-таки аватарку поменять, потому что, ну, на тот момент ребята, школьники нарисовали вот те самые бутылки. И, соответственно, они использовались при оформлении канала. Я решил его поменять. И оформление, и аватары. Вот. Но чтобы не быть голословным, да, я решил провести конкурс на оформление канала. И конкурс серьезный, с серьезным призом. Ну, как серьезным? Ну, лично для меня, например, вот в том возрасте, в вашем возрасте, для меня это был бы очень серьезный приз. Действительно. Я лично подарю свою гитару акустическую, которую вы много раз слышали. Ну, звучит она в целом неплохо. Поучиться там или просто для коллекции повесить на стену. Вот как нечто, о, прикольно, вы мне подарили. Вот. Отличный вариант, я думаю. Это действительно личный подарок от меня, от души. Вот в данном случае это правильная фраза. Вот от души подарю человеку, который поможет мне оформить канал. Условия у вас на экранах, ссылка в описании. Дерзайте. Любые методы визуализации вашего творчества, абсолютно любые, что угодно. И рисунок, и фотожаба какая-то интересная, ну или какая-то действительно серьезная, может быть, дизайнерская работа. Я описал свое отношение, это удивительно. Зачастую там за какие-то 3 сраных копейки, действительно 3 копейки, делают оформление каналом, который, ну, никогда просто 5000 подписчиков не наберут. Ну, действительно, ребят, стыдно, как у школоты, у натуральной школоты, в смысле. Оформление каналов, опенинги всякие там разные, заставки визуальные, они лучше, чем меня. Блин, это неправильно, я считаю. Ну, не то, что неправильно, но как-то вот... Даже обидно, и при этом делается это все, ну действительно, либо бесплатно, либо там за какую-нибудь селфию, или как это модно было некоторое время назад, и сейчас, я смотрю, опять набирает популярность за какие-то там сигны. Это бред. Я считаю, что приз должен быть реальным, и конкурс должен быть реальным. Никаких репостов, лайков, подписок не надо. Серьезно. Если вы хотите поделиться этим с друзьями, которые могут выиграть этот конкурс, то, пожалуйста, да, просто скиньте им ссылку. Вот, смотри, чувак, хочешь гитару? Вот, сделай что-нибудь, прояви фантазию. Вот так, пожалуйста, но это исключительно ваше дело. Можете просто привлечь своих знакомых самостоятельно и от своего имени участвовать в конкурсе. Без проблем. Для меня это никакого значения не имеет. Для меня значение имеет приз. Действительно личный. С этой гитарой у меня многое связано. Ну, сколько ей лет-то? Я купил ее с первой зарплаты. О, представляете? Я купил гитару с первой зарплаты. Вот. Ну и почему я решил ее отдать? Ну, ничего удивительного, я думаю, вы заметили, да, у меня тут иногда попадает в кадр. Я отреставрировал свою старую гитару. Вот, я сюда добавлю фотографию, вот с этой фотографии. Это вот она. Новый сделали мне накладку новую, новые потроха, новая электроника, новые звучки. Ну как новые? Они уже изрядно покоцанные, но звучат.
звучат неплохо. Ну, над гитарой еще, конечно, нужно поработать. Рычаг невозможно воткнуть в машинку, в тремоло. Соответственно, просрали прижим для струн от, ну, с головки грифа. То есть, ну, проблем с гитарой целая куча, но на данном этапе она вот уже лучше, чем, по крайней мере, была и вот на фотографии. Вот. Так что я, разумеется, иногда буду вас радовать своим, как бы это сказать, своей лебединой песней. Вот. И, конечно же, никуда не деваюсь. А у вас останется от меня не только какое-то вот безликое там, условно, даже творчество, да, которому вы, в принципе, да и никто, наверное, кроме меня, никакого труда не приложил, а вот нет, вы поучаствуете в жизни канала, и, соответственно, я поучаствую в вашей жизни, вы получите от меня вполне реальный личный приз. Ну и всякие там при вручении личном, если это будет близкий ко мне регион, ну, вы же понимаете, да, не могу же я во Владивосток вести гитару все-таки. Я не миллионер, к сожалению. Ну или к счастью, если бы я был миллионером, вы бы меня вообще не знали. Вот и, собственно, все. На этом ссылка на конкурс в описании. Дерзайте. Будем подводить, ну как сказать, подводить. Будем завершать прием работ спустя 10 дней, 19 мая. Затем запущу голосование, и оно будет честным. То есть вот все работы соберем в кучку и запустим голосование. И вы сами, не я, не какой-нибудь рандом. Вы, ваше личное мнение, вы сами определите, каким вы хотите видеть канал. Я имею в виду визуальное оформление. Все в ваших руках. С вами был Бутылкус. Пока.